тоже. Рути и Тутуча. И, конечно, Тоша. Дракошия, дракошия, дракошия. Здесь живут веселые друзья. Магией, дружбою полна. Дракошия, волшебная страна. Дракошия, волшебная страна. Лучший игрок. Ой, что происходит? Сегодня что, дождик из мячиков? Привет, Вундер! Полетели играть в палка-мяч. Ух ты, а что это за игра? В ней надо отбивать мягкие мячики вот этой палочкой. Выигрывает тот, кто отбил больше всего мячей. Ого! Ой, а что делает тот, кто отбил меньше всего мячей? Проигрывает. Ну, не знаю. Вряд ли у меня хорошо получится. Но я мог бы сделать робота, который будет играть за меня. Ух ты! А это возможно? Технически, да. Но я не уверен, что справлюсь. Дедушка Робус! Хо-хо! Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок, Вундер. Это волшебная шестеренка. С ее помощью ты можешь изобрести какого угодно робота. Спасибо, дедушка Робус. Как раз то, что нужно. Вундер! Магия техники! Вундербот готов! Он будет играть в палка-мяч за меня. Готов играть целый день. Я тоже. Чего же мы ждем? Полетели! Эх, как им весело. А я пока слетаю за дракошным лимонадом. Режим подачи мяча. Ох, вот это бросок! А как он справится с моей подачей? Пауэ, магия суперсилы! Ничего себе! Да это же новый лучший игрок! Угощайтесь лимонадом, друзья! Спасибо, Вундер! Погодите-ка, а где мой лимонад? Режим ликования! Эй, ты же робот! Тебе нельзя лимонад! Режим подачи мяча. Ой, Вундербот сломался! Нам нужно отбиваться от мячей! А вдруг я не справлюсь? Подача, подача, подача! На помощь, Вундер! Ух ты! А у меня неплохо получается! Ого! Какой дракошный удар! Ой, с роботом надо что-то делать! Не волнуйтесь! Я его починю! Готов играть целый день. Молодец, Вундер! Как мощно ты отбил все мячики! Бим! Бам! Буф! Все-таки лучший игрок – это ты. Ой, спасибо! Напрасно я боялся.
Оказывается, играть в палка-мяч очень весело. Может, проведем еще один матч? Все вместе! Дракошная группа. Привет, дедушка Робус! Здравствуйте, дракоши! Что это вы затеяли? Приглашаем тебя на дракошный концерт Тутучи и Соли и Таши! Будет невероятно громко и весело! А перед этим давайте порепетируем! Конечно! Полетели! Скоро увидимся! Хо-хо! Буду ждать с нетерпением! Для начала нам нужны инструменты! Сейчас Каиста запузырим! Тоша! Магия пузырей! Пузырчатый барабан готов! А вам какие инструменты сделать? Я бы хотела пузырчатое пианино! Готово! Спасибо, Тоша! А я хочу пузырчатую гитару! Репетировать. Я начну первым. Кажется, что-то не так. Давайте я попробую начать. Снова что-то не то. Моя очередь начинать. Чего не подыгрываете? Это очень быстро, Тутуча, мы не успеваем. Что же нам делать? Придумала! Нам надо с вами найти ритм. Ритм? Это что, тоже инструмент? Нет, ритм – это когда ты чувствуешь музыку своим сердцем. Ух ты, и как же нам его найти? Не знаю. Дедушка Робус! Кажется, у меня есть для вас подходящий подарок. Это какой же? Не терпится увидеть! Это дракошный метроном. Если к нему прислушаться, он поможет найти ритм. Спасибо, дедушка Робус! Давайте репетировать дальше! Похоже, я нашел ритм! Я тоже нашла! Ничего страшного, Тутуча. Надо лишь хорошенько прислушаться. Вам легко говорить. Вы-то свой ритм нашли. Ритм, шритм. Как мне его искать-то? Ой, прости, ворона. Погодите-ка. Что это за чувство? Кажется, я его нашла! Я нашла ритм! Ура! Музыка в дракошии звучит. Что такое музыка, хотим мы изучить. Ритмы мы услышим, дождь по крыше, словно где-то барабан стучит. Музыка, музыка, музыка рядом, как ее играть нам научиться надо. Музыка, музыка, музыка вокруг, музыку дракошную сыграем мы, мой друг. Музыку дракошную сыграем мы, мой друг.
Перчатка дворецкий. Привет, Пауи! Давай играть в дракошную башенку. Давай. А это как? Надо вынимать одну деталь башенки за другой, чтобы она не упала. Сейчас покажу. Дай мне магия суперскорости! Ха-ха! Теперь твоя очередь. Ха. Идея! Пауи, магия суперсилы! Вот это дракошна! Обожаю играть в дракошную башенку! И я! Эх, только теперь надо все убирать! Ай, как не хочется! Вот бы кто-нибудь сделал все за нас! Дедушка Рубус! Кажется, у меня есть подходящий подарок. Это волшебная перчатка дворецкий. Она сделает за вас все, что пожелаете. Прямо все-все? Я вот хочу убрать игрушки. Сделаешь это за меня, перчаточка? Ух ты! Перчатка и правда делает все, что захочешь. Тогда я хочу налить лимонада. А я хочу почистить себе банан. Ого! Спасибо, перчаточка! Какой спелый бананчик! Так и хочется его съесть. А мне хочется выпить этот лимонад. Эй, ты чего? Это что? Ты вообще все за нас делать будешь? И лимонад пить, и бананчики кушать. А что, если я хочу поднять гантель? Возмутительно! А если я захочу поиграть с мячиком? Эй! Что за дела? Мы так не договаривались. Значит, перчаточка делает за нас все, что мы хотим. Ага. Даже если мы захотим отдохнуть еще больше. Ага. Ах, так хочется улететь в отпуск. Далеко-далеко. И надолго. Ура! Сработало! Ой, теперь снова все убирать. Может, позовем перчаточку обратно? Ну уж нет. Лучше я сам уберусь. А потом сам выпью лимонад и сам поиграю. Дракошно сказано. Новый год дракона. Привет, Рути! Смотри, какие красивые
Ого! Фонарики из облаков со светлячками и даже конфетные фонарики. Очень дракошно, Мисоля. Спасибо. Я старалась. Ведь мы будем праздновать Новый год дракона. Погоди-ка, нам не хватает самого главного. Для года дракона нужен особенный дракошный фонарик, исполняющий желания. Ой, а такого нет. Даже не знаю, как его сделать. Как же нам теперь праздновать Новый год? Дедушка Рубус! Не грустите, милые дракоши. Кажется, у меня есть подходящий подарок. Что же там такое? Не терпится увидеть. Это дракошный фонарик желаний. Если запустить его до Нового года, то исполнится все ваши желания. Спасибо, дедушка Рубус! Ух ты! Давай запустим его прямо сейчас! А давай! Дракошный фонарик, лети высоко-высоко! Что-то он совсем не летит. Может, надо подбросить его сильнее? Ой, не сработало. Придумала. Давай позовем на помощь еще кого-нибудь. Угу. Все понятно. Фонарик летит вниз, а должен лететь вверх. Да это мы знаем, Вундер. Ты можешь ему помочь? Сейчас кое-что изобретем. Вундер, магия техники! Это механический пропеллер. Прикрепим его сюда, и он поможет фонарику взлететь. Пропеллер активировать! Ой, не сработало. Может, спросим совета у других дракош? Фонарик не может взлететь? Ха-ха, не проблема! Тоша, магия пузырей! Кажется, нужен пузырь побольше. И еще немного. И еще чуть-чуть. Эх, не помогло. Странно. Мы же взлетели! Давайте позовем остальных друзей. Хо-хоу! Новый год наступит уже совсем скоро! Ой, нет! А мы так и не запустили волшебный фонарик! Что же нам делать? Все пропало! Я бы так хотела, чтобы фонарик взлетел! Мисоля, ты загадала желание, и фонарик поднялся выше! Ого! Ну что это значит? Наверное, надо загадать еще больше желаний, и тогда фонарик полетит! Скорее! Пусть каждый загадает фонарику свое желание! В Новый год много желаний. Хотим железную дорогу и конфет. Нам подарков много не бывает. Мы хотим конфетти и велосипед. Новый год, Новый год, у дракош! И подарков много ты найдешь. Новый год, Новый год, все возможно. Загадывай желание. Все дракошно. Волшебный кристалл. Ах, какая интересная книжка. Невозможно оторваться. Ой, какое яркое сегодня солнышко. Нужно скорее полить урожай. Ой,
Прости, ворона. А это что? Да это же опасный сорняк. Шмарняк! Сорнякам на огороде не место. Только почитаю еще пару страничек. Ой, сорняк-шмарняк уже больше меня. Надо побыстрее его выкопать. Но книжку почитать тоже хочется. Чем же сперва заняться? Книжка или сорняк? Книжка или сорняк? Книжка или сорняк? Эх, вот бы меня было двое! Дедушка Рубус! Кажется, у меня есть для тебя подходящий подарок. Это какой же? Не терпится увидеть. Это волшебный кристалл. Он может сделать помощника для любого дела. Спасибо, дедушка Рубус. Сейчас попробую. Ого! Да он же совсем как я! Готов помочь чем угодно. Вот тебе лопатка. Надо выкопать ей этот сорняк-шмарняк. Сейчас сделаю. А я пока почитаю дракошную книжку. Ого, какие тут картиночки. Я тоже хочу посмотреть картиночки. Вот бы и меня было двое. Готов помочь чем угодно. Выкопай этот сорняк-шмарняк за меня. А я полетел читать дракошную книжку. Но я тоже хочу. Ой, я не дочитал страничку. Ага, перелистывай. А кому яблочек? Мне, пожалуйста. Сейчас покажу дракошный бросок. Ай, откуда взялся этот сорняк? Еще дракошного лимонаду, месье Глазастик. Лапки-палки, куда же ты? Ах, как же интересно. Ага, гораздо интереснее, чем выкапывать тот сорняк-шмарняк. Погодите-ка, если мы все здесь читаем книжку, кто же занимается сорняком? Рути, твой сорняк разросся по всей дракошии. И утащил моего любимого Глазастика. Плоды саженцы, что же мы наделали? Надо это срочно исправить. Рути, магия растений! Ой, кажется, моей магии не хватает. Тогда сделаем это все вместе! Ой, у меня в глазах троится. Даже пятерица. Ура! Готово. Здесь сорняк-шмарняк никому не помешает. Молодец, что все исправил, Рути. Как тебе это удалось? Просто я понял, что сначала нужно закончить дело, а уж потом отдыхать. Хорошо сказано. А чем ты займешься теперь? А сейчас я как следует отдохну.